Итак, сегодня у нас iPhone 6s, и мы будем менять на нем стекло. Проверяем работоспособность сенсора и 3D-тача. Затем приступаем к разборке. Сейчас уже по периметру приклеен на двухсторонний скотч, поэтому для того, чтобы извлечь модуль, мы его сначала подогреем. Наклеим поверх экрана скотч, для того, чтобы осколки не сильно царапали нам руки. И будем извлекать модуль. Вот так вот поддеваем ножиком. И по периметру визиткой стараемся разделить скотч от дисплея. Приклеен он не очень сильно, но все же приклеен. Затем откручиваем 4 винтика, которыми зафиксированы экранчик коннекторов дисплея и сенсора. Коннекторов здесь только 3 уже. Здесь сенсор и дисплей объединены одним шлейфом. Затем снимаем все металлические экранчики, кнопки Home, динамика, ребро жесткости панели дисплея. Почти все как на 6. Только здесь вот шлейф приклеен стикером с двух сторон к металлическому экрану, вот этому. Поэтому не стоит спешить его убирать в сторону, надо отклеить эти стикеры. Затем извлекаем кнопку Home. А также шлейф камеры, датчиков, динамика. И отрываем рамку. Рамка приклеена так же тяжело, как на 6. Поэтому лучше ее разламывать на части и выбрасывать и ставить новую. Но так как новая пока еще в дороге, придется очищать старую. Поэтому так вот аккуратненько, с осколками я ее отрываю. Контрольная проверка. Все работает. 3D-тач тоже. Заклеиваем новый скотч, так как предыдущий мы повредили в процессе снятия рамки. И будем срезать стекло. Срезается так же, как и на 6, примерно по усилию, по клею, все то же самое. Только риск больше, потому что модуль намного дороже. Затем срезаем поляризатор. Поляризатор такой же, как на 6. Взаимозаменяемый.
Очищаем остатки клея лезвием. Затем спиртом протираем начисто. И все. Еще одна проверка. Заодно проверим, какой стороной клеить поляризатор. И будем приклеивать. Берем машину для поклейки. Вытираем дисплей, ставим поляризатор, фиксируем его. Еще раз протираем. Снимаем защитный слой поляризатора и раскатываем. Затем восстанавливаем металлизированное покрытие, которое снимает статику с дисплея серебряным лаком. Затем ставим окопленку и приклеиваем ее. На окопленке два слоя защитных, на поляризаторе один. Также раскатываем. Затем ставим дисплей в форму. Форма немножко другая, как на шестом. Чуть-чуть мешает шлейфам. Снимаем защитный слой с окопленки. Берем стекло. И ровненько ставим. Фиксируем его посередине. И несем в вакуумную машину. Вставляем. Запускаем процесс. Оставляем на 5 минут. И ждем. Итак, все у нас готово. Делаем еще одну контрольную проверочку. Все замечательно. Никаких битых секторов нет. Все прекрасно работает. Можно приклеивать рамку. Рамку я уже очистил и прикрутил к металлическому экрану. Берем клей E8000 и наносим его. Извиняюсь за то, что нет записи сбора телефона. Разрядилась камера. Так, телефончик у нас готов. Все прекрасно работает. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои видео. До свидания.